Когда большинство учреждений соцобслуживания закрыты, получить нужные документы бывает непросто. Сложнее всего приходится людям с ограниченными возможностями. Чтобы получать пенсию, им необходимо постоянно подтверждать инвалидность. Но сейчас временно ввели меры, которые позволяют не проходить экспертизу в период пандемии. Согласно действующему законодательству, признание лица инвалидом оно осуществляется на основании заключения медико-социального эксперта. И сейчас, с учетом коронавирусной инфекции, в том случае, если срок переосвидетельствования инвалида истекает в период с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года включительно, то соответствующая экспертиза она проводится в заочной форме. Справку об инвалидности направляют заказным письмом. Если отделение почты закрыто, документы можно получить в госучреждении медико-социальной экспертизы. О готовности сообщают по телефону и посредством СМС.